Меня учили так: не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Вот, поэтому любой вопрос, кем бы он ни был задан, если человек это спрашивает с интересом, а не для того, чтобы подколоть лектора, да, по принципу Шукшина срезал, вот, то это всегда пища для размышлений. Что такое современный город, что такое современное городское сообщество, по каким законам оно строится и живет? Ответы на эти и другие вопросы дал кандидат философских наук, педагог, политтехнолог, общественный и культурный деятель Петр Щедровицкий. В пятницу он посетил Заречный. У нас в городе он прочел лекцию на тему «Проблемы развития городов в контексте концепции углубления разделения труда», а после ответил на вопросы аудитории. Петр Щедровицкий – эксперт в вопросах регионального развития, промышленной политики, инновационной деятельности. Он является советником министра образования и науки и генерального директора госкорпорации «Росатом». Приезд в наш город специалиста столь высокого уровня не остался незамеченным. На лекцию, которая прошла в Центре здоровья и досуга, пришли не только чиновники администрации и руководители городских предприятий, но и обычные горожане. Вход в аудиторию был бесплатным. Это программа «За неделю». Я Егор Гурин. И вот о чем репортеры Заречного расскажут вам сегодня. Когда деньги превращаются в бумагу. На столе у меня сейчас находятся две денежные купюры. Область захлестнула волна фальшивок. Это преступление тяжкое. Как отличить оригинал от искусной подделки? Смотреть не на водяные знаки, а на перфорацию. И что делать, если фальшивка оказалась у вас в кошельке? Фальшивые монетчики записывать никого не нужно. Персональный учитель для ребенка. Разные преподаватели берут по-разному. Проблемы школьного образования или банальное желание заработать? Во втором классе у нас будет английский язык. Зачем родители нанимают репетиторов? 4. Мама не устраивает. Мама хочет 5. И есть ли толк от дополнительных уроков? Это еще и олимпиадные задания. Когда на смену праздникам приходят рабочие будни. Новогоднее настроение незаметно покидает город. Теперь она будет расти здесь. До свидания, зеленая красавица. Праздничная иллюминация погасла, гирлянды собраны. Сначала сушку, потом в коробку упакованы, потом в хранение. А сказочные персонажи сдали свои костюмы. Вот сюда, вот, чтобы никто не видел, до следующего года. Где в Заречном хранится новогодняя сказка. В начале года в Пензенской области активизировались фальшивомонетчики. За две недели января в Пензе зарегистрировали 16 фактов сбыта поддельных денежных купюр, сообщает сайт Пенза-Информ. В большинстве случаев это были банкноты достоинством в 5000 рублей. Как правило, мошенники сбывают фальшивки в магазинах, не оборудованных системами видеонаблюдения и специальной техникой для проверки подлинности купюр. Сразу распознать фальшивку не так-то просто. Метки для слепых, имеющиеся на деньгах, переливы и даже водяные знаки преступники давно научились подделывать. О том, есть ли еще способы распознать фальшивку и что делать, если поддельная банкнота все же оказалась у вас в кошельке, нам рассказал заместитель начальника следственного отделения межмуниципального отдела МВД России по Заречному Дмитрий Козин. Дмитрий Викторович, каким образом подделки распространяются по Пензенской области, каким образом фальшивомонетчики расплачиваются ими, и неужели они настолько искусно сделаны, что обычные люди не в состоянии определить, фальшивые перед ними купюры или настоящие? На столе у меня сейчас находятся две денежные купюры. Смотреть нужно на просвет. Это один из признаков, но смотреть не на водяные знаки, а на перфорацию, где находится герб. Перфорация выполнена на предприятии госзнак, она выполняется лазером в виде отверстий, которые синхронно расположены. Фальшивые монетчики в данном случае используют в основном иголки малым диаметром. И в данном случае, если присмотреться, то данные перфорации, они хаотично расположены. И это один из признаков фальшивых купюр. Ну и она такая рваная получается. Ну да, получается, да, получается рваная, шероховатость какая-то. Получается, если вот даже можете посмотреть, на ощупь это шероховатость. Ну да, она, даже вот видно эту перфорацию. Здесь. Да. Здесь на настоящей купюре вы перфорацию эту не нащупать не сможете. Да, действительно. Да, кроме того, если смотреть по фальшивым купюрам, обращать внимание необходимо на защитную металлическую нить, которая находится в купюре. Вот, можете тоже, да, увидеть ее. Вот она.
прерывистые. На предприятии госзнака данная нить вклеивается в купюру до нанесения на купюру краски. И поэтому на купюре, после того, как краска наносится, она наносится на эту нить, на данную нить. Если смотреть по фальшивой денежной купюре, то после ее изготовления уже вклеивается данная нить. На большую купюру, да, и она поверх единицы, вот если смотреть по 1000 рублевой купюре, то она поверх единицы. Да, и часть вот чертания единицы не видна, она под этой просто. Совершенно верно. Кроме того, одним же также из основных признаков того, что купюра является фальшивой, нужно посмотреть на номер, на госзнаке, где выполняется денежная купюра. Краска довольно хорошо держится на купюре. Краска, потому что специальная. При изготовлении купюры фальшивок данная краска может облетать. Даже сами можете проверить, любой может проверить, либо монеткой потереть. Если он нечетко просматривается знак, то купюру, скорее всего, фальшивую. Эти признаки, они распространяются только на купюру достоинством 1000 рублей? Или нет, это все пятитысячные, все остальные купюры, это в принципе. Почему говорю про тысячную купюру? Потому что в основном в последнее время все выявленные факты фальшивок идут 1000-рублевые. Основное количество их. Ну, а вот каким образом вот эти деньги попадают в оборот, в денежный оборот? Денежный оборот выявляем. Тоже основная масса денежных поддельных денежных купюр выявляется у нас при поступлении в инкассаторских сумок из торговых точек города и области. Далее при пересчете уже в банке данные денежные купюры выявляются и сообщаются правоохранительным органам. То есть мы изымаем, возбуждаем уголовное дело по данным фактам. На мой взгляд, становится это возможным из-за того, что люди не всегда, даже может сами, каждый может обратить внимание, что когда расплачивается тысячные купюры в какой-либо торговой точке, не всегда продавец проверяет ее на приборе, который у них имеется. Данный прибор имеется у нас сейчас практически во всех торговых точках. Однако, либо ленится, либо из-за нехватки времени, как кажется, данные купюры не проверяются, и таким образом они поступают в оборот, и в дальнейшем передается уже от продавца далее покупателям. И таким образом происходит. А как быть, допустим, вот человеку, если он обнаружил у себя в кошельке подозрительную купюру, либо ну, где-то с ним расплатились? В данном случае... Кого записывать в фальшивые монетчики? Фальшивые монетчики записывать никого не нужно. Необходимо сразу же обращаться в правоохранительные органы, в полицию. Данная купюра будет изъята, насколько это не прискорбно. Но ни в коем случае нельзя... данной купюрой идти расплачиваться, либо данную купюру куда-то передавать кому-то. Есть у некоторых людей соблазн такой, пойти передать, раз меня обманули, значит я пойду тоже обману. Данные действия будут автоматически подпадать, если человек знает, что у него купюра фальшивая, он идет, ей расплачивается, либо дает в долгах, либо меняет ее, идет, либо каким другим образом ее сбывает. Это автоматически подпадает под санкции статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление тяжкое, сбыт либо подделка денежных купюр. Санкции предусматривают данной статьи до 8 лет лишения свободы. В Заречном такие факты как последний раз фиксировались? Ну, в Заречном у нас последний факт такой был выявлен в ноябре 2014 года из одной из торговых точек, как было сказано выше. Также в инкассаторской сумке поступила данная денежная купюра достоинством 5000 рублей в банк города. И при пересчете уже кассиром банка данная купюра была выявлена. Было нам сообщено, возбуждено уголовное дело. Рекомендация одна. Очень более внимательно смотреть самим за данными денежными купюрами. Когда передают вам в торговых точках, кто-то передает
своевременно выявлять данные поддельные денежные купюры. Чем больше рук они проходят, данные денежные купюры, тем сложнее установить первый источник их происхождения. Так что бдительность наших граждан. Первый помощник. Впервые рабочая сессия собрания представителей Заречного прошла в новом формате. Депутаты посетили муниципальное предприятие «Автотранс». На ближайшей сессии народным избранникам предстоит принять решение, касающееся проезда в общественном транспорте. Вопрос изучили не только по выступлению докладчика, но и лично посетив предприятие. Депутаты осмотрели крытые стоянки предприятия, производственные цеха и мойку. Народным избранникам показали 4 новых автобуса. Машины прибыли в город перед Новым годом и в ближайшее время выйдут на линию. Опыт проведения выездной сессии депутаты посчитали удачным. Вот такая форма, она поможет депутатам принимать более правильные решения, потому что один из вопросов, который выносится на очередную сессию, это вопрос как раз касается муниципального предприятия «Автранс», в частности, проезда в нашем общественном пассажирском транспорте. Он не касается проезда до Пензы, он касается только проездных билетов, касается проезда в коллективные сады. Ну а о том, что еще произошло в городе за неделю, коротко расскажем в обзоре. В Крещенскую ночь сотни горожан пришли в зону отдыха «Лесная», чтобы окунуться в прорубь. Порядок и безопасность на месте купания обеспечивали медики, полицейские и спасатели. Все проходит в штатном режиме, без происшествий, в целях обеспечения безопасности отдыхающих, скажем, принимающих участие в данном мероприятии. У нас установлены турникеты, все имеющиеся полыни огорожены. Возле всех дежурят поисковые специалисты и поисково-спасательный отряд нашего учреждения. В Заречном стартовал 11-й сезон молодежной экономической игры «Я предприниматель». В этом году в ней принимают участие около 60 человек. В этом году ребята, вложив небольшие деньги, это 50 рублей, смогут заработать реально деньги и в конце игры, после подведения итогов, конвертировать их обратно в российские рубли. Двухнедельный турнир по хоккею в валенках завершился встречей команд «Квадрат» и «Озерские медведи». Со счетом 3-2 победили «Медведи». Очень тяжело далась победа. Вот, мы очень сильно старались, и все получилось. Просто очень хотели выиграть. Мы собрались все вместе там с общего, с разных домов. Вот. Вообще спорт массы, это хорошо. О предстоящей уборке снега во дворах владельцев машин предупреждают при помощи листовок. Их расклеивают заранее, чтобы горожане успели убрать личный транспорт. В выходные дни проще найти тех, кто владеет машинами, вот убрать машины. Видите, вот как сейчас вот здесь вот дружно, нормально, люди стараются для того, чтобы потом им было удобнее. А в будние дни брошенные машины, никому не нужные, стоят, и не подобраться к ним, ничего не подъехать. В первые недели Нового года в Заречном произошло 2 убийства. Оба преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии Дня защитника Отечества телерадиокомпания «Заречный» объявила конкурс армейских фотографий. Победители и призеров ждут памятные подарки. Трем участникам, набравшим большее количество голосов, спонсор конкурса «Салон мужской одежды Бостон» подарит сертификаты на 1000 рублей. Также есть приз, один приз, который достанется человеку, который наберет большее количество голосов. Это сухой паек из войсковой части 3473. Золотую и серебряную медали завоевали зареченские спортсмены на первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике. Елена Смирнова завоевала серебро на дистанции 800 метров, а Артем Миронов – золото в беге на 3 километра. Второй круг чемпионата России по баскетболу высшей лиги Зареченский «Союз» начал неудачно. На выезде наши спортсмены уступили лидерам турнирной таблицы – баскетболистам из Тамбова. Ну, хорошие игры. Я считаю, что достаточно хорошую практику получили ребята. То есть с такими командами играть просто-напросто достойно. И, я говорю, рост мастерства именно растет именно с такими командами. В 132-м квартале водители регулярно паркуют автомобили на остановке общественного транспорта. Это мешает посадке и высадке пассажиров и провоцирует аварии. В полиции обещали обратить на этот участок дороги пристальное внимание. На данном участке запрещена остановка транспорта ближе 15 метров до знака. Соответственно, автомашины, которые находятся вот непосредственно под этим знаком, нарушают правила дорожного движения. Я думаю, водители данных транспортных средств будут установлены, на них будут составлены соответствующие административные материалы. Почетные жители Заречного побывали на полигоне «Никерет». Там их познакомили с работой систем безопасности, которые разрабатывают и производят на предприятии. Затем горожане встретились с директором производственного объединения «Старт» Сергеем Байдаровым. Мы не допустили сбоев и задержек
ни по гособоронзаказу, ни по комплектации для сборочных предприятий. Это, в принципе, отмечено Росатомом. Мы сдали фактически двойной госзаказ по хризантеме. Мы сдали госзаказ и 2014 года, и 2015 года. И сдали досрочно. В Заречном приступили к репетициям благотворительного спектакля «Али Баба и 40 разбойников». В качестве актеров в постановке задействованы как известные горожане, так и обычные жители. Был только кастинг музыкальный, когда просто все мне пели какие-то музыкальные отрывки, фразы, там что-то. Вот. Будем работать. Не знаю, с какими подводными камнями столкнемся в ходе работы. Надеюсь, все преодолеем. В январе стартовала декларационная кампания. Специалисты налоговой инспекции приступили к приему документов о доходах, полученных зареченцами в 2014 году. Декларации можно представить по телекоммуникационным каналам связи, то есть электронно. Можно представить на бумажных носителях. У нас есть специальная программа. Кстати, установлена эта программа на компьютере для налогоплательщиков в зале. Можно пользоваться компьютерами бесплатно, самим заполнять эти декларации. И декларация печатается с двухмерным штрих-кодом, который обрабатывать, естественно, нам проще. Во Дворце спорта прошли веселые старты за счет малой спартакиады учащихся начальной школы. За победу боролись команды 8 школ города. Накал борьбы острый был. И, в общем-то, команды все были достойны победы. Я считаю, команды все подготовились хорошо. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а вот о чем речь пойдет во второй части программы. Персональный учитель для ребенка. Разные преподаватели берут по-разному. Проблемы школьного образования или банальное желание заработать. Во втором классе у нас будет английский язык. Зачем родители нанимают репетиторов? 4. Мама не устраивает. Мама хочет 5. И есть ли толк от дополнительных уроков? Это еще и олимпиадные задания. Когда на смену праздникам приходят рабочие будни. Новогоднее настроение незаметно покидает город. Теперь она будет расти здесь. До свидания, зеленая красавица. Праздничная иллюминация погасла, гирлянды собраны. Сначала сушку, потом в коробку упакованы, потом хранили. А сказочные персонажи сдали свои костюмы. Вот сюда, вот, чтобы никто не видел, до следующего года. Где в Заречном хранится новогодняя сказка. В Пензенской области решили навести порядок в сфере предоставления частных образовательных услуг. Речь о репетиторстве. Ни для кого не секрет, что многие учителя дают такие индивидуальные платные уроки. И также не секрет, что делают это неофициально. Педагогов-репетиторов, которые зарегистрированы как частные предприниматели, можно пересчитать на пальцах. Да и к ним, у чиновников, тоже есть вопросы. На этой неделе проблемы репетиторства обсудили за круглым столом. Дискуссию возглавила министр образования Пензенской области Светлана Копешкина. Она заявила, эти услуги необходимо оказывать цивилизованно, то есть оформив патент на ведение образовательной деятельности. В ближайшее время с педагогами области обещали провести собрание, чтобы прояснить этот вопрос. Почему услуги репетиторов пользуются устойчивым спросом? Виной некачественное школьное образование, нездоровые амбиции родителей, желание учителей заработать или какие-то другие причины? Попыталась выяснить Анна Сазонова. Частные преподаватели. Любой родитель школьника рано или поздно сталкивается с необходимостью дополнительных занятий для своего ребенка. Идет ли речь о поступлении в ВУЗ или неуспеваемости по некоторым предметам, 99% родителей делают выбор в пользу репетиторства, потому как уверены, в школе качественных знаний в полном объеме не получить. Как правило, преподаватели выбирают по рекомендации знакомых. Найти преподавателя можно через газету или интернет. Последний просто кишит предложениями по подготовке к единому госэкзамену, занятиях со школьниками разного возраста по всем предметам. Квалификация тех, кто занимается с детьми, нередко вызывает сомнения. Гарантий качества предоставляемых услуг никто не дает. Так же, как и ответа на вопрос, получит ли ребенок знания или нет. Дочь редактора телепрограмм нашего канала Ольги Орловой учится в 11 классе, занимается с двумя репетиторами. Родителям это обходится недешево. Ну, одно занятие 400 рублей, 500 рублей. То есть разные преподаватели берут по-разному, в зависимости от того,
какой уровень, наверное, у детей и у самих преподавателей, и какой предмет. Для семейного бюджета дополнительные занятия для ребенка-старшеклассника минус 2000 рублей в неделю. Однако родители не жалуются, для счастливого будущего любимой дочери ничего не жалко. Даже если мы не поступим на бюджетное место, если придется платить за обучение, все равно вот эти деньги, потраченные еще в школе, они не пройдут даром. Потому что знания будут, будет на что опереться в институте. Наталья Сараева тоже мама-выпускница. Оплачивает 3 репетиторов для дочери. Шутка ли, ребенок собрался поступать в медицинский? Это дороговато, но... Мы как бы нацелены на поступление, и поэтому будете думать, что вам есть мясо или гречку каждый день с молоком. Мы обговаривали этот вопрос с дочерью, нужно ли ей это или не нужно. То есть это не просто вот моя такая прихоть. У Натальи есть и младшая дочь. Она только в 1 классе, но тоже занимается с репетитором по английскому языку. Во 2 классе у нас будет английский язык. И с нововведениями вообще в учебной программе, как бы я так предполагаю, что младшая дочь у меня будет сдавать его как обязательный предмет. Будет это только в 11 классе, но заботливая мама решила, чем раньше ребенок начнет учить язык, тем лучше. Они сейчас изучают, то есть алфавит, учатся читать, то есть вот самое элементарное пока вот такое вот, вот ознакомление. Вот как бы ребенку очень нравится, то есть мы уже как бы вот сейчас уже, она уже мне даже рассказывает рассказы какие-то небольшие. Родительница уверена, на индивидуальных занятиях ребенок узнает больше. Однозначно общение преподавателя и ученика один на один все-таки дает больше, чем вот 25 человек и один учитель. Стремление родителей к хорошим оценкам у ребенка, безусловно, похвально, но увлекаться не стоит, рекомендует начальник департамента образования Елена Аникина. Излишнее упорство родителей, напротив, может отбить всякую охоту учиться. Достаточно успешный ребенок, имеющий очень хорошие знания по тому или иному предмету, получающий 4, мама не устраивает. Мама хочет 5. Для того, чтобы получить 5, у него недостаточно, к примеру, вот, ну, способности, либо расположенности к предмету, что естественно. Получить хороший уровень знаний можно и в школе, уверена Елена Аникина. Только участие в образовательном процессе должны принимать и родители. Если мама и папа не занимаются с ребенком, никакой репетитор не поможет. В 1 классе родитель не считает нужным, к примеру, читать с ребенком книги. Либо решать простейшие логические задачи на житейском уровне. Либо задавать ему вопросы типа «почему ты так думаешь?», «как ты считаешь, откуда это взялось?». Восприятие любого предмета, помимо способности, еще и эмоционально. И если я как мама проявляю заинтересованность к обучению ребенка, он будет учиться лучше. Начальник департамента образования к индивидуальным частным занятиям с детьми относится спокойно. Все-таки многие из ее подчиненных подрабатывают таким образом. Однако занятия с репетитором должны быть объективно нужны ребенку. К примеру, ребенок активно участвует в олимпиадном движении, либо в научной деятельности, пишет какую-то исследовательскую работу по предмету. Во-первых, интерес надо поддержать, а во-вторых, понятно, что вот то, что написано в учебнике, это не тот материал, который в его голову уже сейчас надо вкладывать. Специалисты говорят, что при большом желании подготовить ребенка к поступлению в ВУЗ можно и без частных уроков. Однако большинство родителей либо не знает, либо сознательно не использует эти возможности. К примеру, мало кто знает, что в осенние и весенние каникулы в нашем городе проходят учебные сборы, которые, кстати, полностью бесплатны. Мы приглашаем высококлассных специалистов, которые работают с этими детьми. Приезжают из МИФИ, приезжают из МФТИ, приезжают из Высшей школы экономики, дают детям необходимый материал, который поможет им как подготовиться к ЕГЭ, так и выйти на олимпиаду предметную. В департаменте образования нас уверили, что в школах есть и возможность индивидуальных занятий с учителем для детей, которые что-то не успели или пропустили. Кроме того, в каждой школе работают факультативы, предметные кружки и курсы по выбору для детей, у которых есть способности к какому-то предмету.
Один из межшкольных факультативов по русскому языку ведет заслуженный учитель России Тамара Задорожная. Это 10-9 человек, и мальчики, и девочки, которые, во-первых, заинтересованы изучением русского языка, причем не в рамках школьной программы, а гораздо шире, и которые уже почувствовали вкус к языку. Какой-то корысти у детей нет, значит, это просто нравится, просто нужно. На занятиях школьники не просто учатся писать без ошибок, а, к примеру, переводят древнерусские тексты, разбираются в структуре языка, выполняют олимпиадные задания. Однако эти знания детям пригождаются и на экзаменах. Я всегда показываю возможности выхода на ЕГЭ. Ну, например, в ЕГЭ нового образца задание четвертое – это задание по арпаэбе, правильное произнесение слов. Но ведь это еще и олимпиадные задания. Практически в каждой олимпиаде встречаются такие слова. Возможности бесплатно расширить знания ребенка по предметам в Заречном есть. Тем не менее, родители все равно охотнее идут к преподавателям за деньги. Причем не всегда выбирают индивидуальные занятия. Кто-то предпочитает, чтобы ребенок занимался в группе. He is reading. Ну-ка найдите, кто у нас читает на картинке. Исполнительный директор одного из образовательных центров Заречного Вера Михайлова признается, проблем с набором учеников у нее нет. Особенно много второклассников, которые уже начали изучать в школе английский язык. Тот учебник английского языка, по которому идут школы города, он предполагает, что дети туда приходят с начальной подготовкой. Нужно действительно подготовить детей, чтобы во втором классе они пришли и чувствовали себя комфортно на уроках. Большинство родителей приходят к репетиторам за конкретным результатом – улучшением оценок или успешной сдачей экзаменов. Однако, если достичь этого не удается, предъявить претензии, как правило, не к кому. Отношения родителей и репетитора в большинстве случаев ограничиваются устной договоренностью. На данный момент и родителей, и педагогов, похоже, это устраивает. Пятерки стоят, но тут как бы больше даже, наверное, я могу сказать, все-таки не из-за пятерок. Нет, и пятерки, конечно, тут важны, но тут знания. Куда мы без знаний? Никуда. Каждый родитель, конечно, сам выбирает, где и чему будет учиться его ребенок. Однако мамам и папам стоит прежде всего внимательно относиться к своему чаду и адекватно воспринимать его возможности. И тогда учеба будет приносить ему удовольствие вне зависимости от того, в школе он получает знания или у репетитора. На этой неделе с площадей города одна за другой исчезли новогодние елки. От елок, купленных к празднику, спешат избавиться и горожане. В этом году деревьев было столько, что коммунальные службы с трудом справлялись с вывозом. Оттого у подъездов и контейнерных площадок то и дело появлялись сосновые заросли. С улицы исчезла праздничная иллюминация, а фойе учреждений города и магазины стали как-то непривычно строгими. На смену праздникам как-то незаметно пришли трудовые будни, и до наступления Нового года снова не меньше 11 месяцев. Что-то тихо кричите. То ли устав от праздников, то ли сожалея, что Новый год закончился, на церемонии прощания с елкой в Центральном парке Заречного детвора не столь активно пляшет и веселится, как это было несколько недель назад в декабре, когда эти елки только зажигали. Да и самим новогодним персонажам, кажется, пора на покой. За время праздников их сказочные костюмы заметно потрепались. Еще бы, в каждом городском учреждении культуры прошел не один десяток новогодних утренников, представлений и концертов. Особо досталось костюмам, которые использовали в уличных представлениях. Вот эти костюмы, они ждут своей очереди. Это тоже новогодний Дед Морозы, костюм «Зима», это «Санта-Клаус», это вот новый Дед Мороз. Вот они ждут своей очереди, когда будут тоже приводиться в надлежащий вид. Когда они все приведутся в надлежащий вид, они будут спрятаны в дальний угол, который находится вот здесь. Вот сюда, чтобы никто не видел до следующего года. Еще месяц после праздников заведующий костюмерной Дворца культуры «Современник» Ирине Сарайкиной придется вычищать, стирать и утюжить одежду сказочных персонажей. Только шуб, шапок, кушаков и рукавиц для Дедов Морозов более двух десятков комплектов. И не все зимние волшебники их аккуратно носили. Конечно, возмущаемся. Не без этого. Повозмущаться чуть-чуть можно, чтобы они более ответственно относились к костюмам. Конечно, я понимаю, что им некогда, когда они снимают быстрее, одна елка за другой. Но все равно хотелось бы, чтобы поаккуратнее.
Прежде чем новогодние костюмы отправить хранить на вешалку в дальний угол, Ирина их тщательно осматривает. Загрязнившиеся отправляет в стирку. В ДК есть своя маленькая прачечная. У нас машинка стиральная. Вот мы как на такой щадящий режим стирки ставим, чтобы ничего не отлетело. А вот это все гладится отпаривателем на гладильной доске. Вон еще влажный мокрый костюм. Сильнее других, конечно, пачкаются светлые костюмы снеговиков, снежных королев, зимы, снежинок и снегурочек. Одеяние из менее марких тканей бывает достаточно просто отпарить. При надлежащем уходе и хранении, говорит Ирина Сергеевна, костюмы будут служить не один сезон. Если вот взять вот старые Дед Мороза, снегурочки, им, наверное, уже за 25 лет. То есть они очень старенькие. Элементарно, если вот этому Дед Морозу уже 3 года. Вот. Да. То есть, который вот новый. Чем вы его стираете, как рекламе? Нет, я его еще пока ничем. Так вот, если где почистить или чисто отпаривателем. Потому что его стирать еще пока рановато. Вслед за сказочными персонажами постепенно исчезают и атрибуты праздника. Вот почтовый ящик, в который дети опускали написанные Деду Морозу письма. А вот и он сам стоит в компании приунывших смешариков. Мишура и блестящий дождь рассованы по пакетам, резные снежинки из хрупкого пенопласта заботливо собраны в картонную коробку. В ней на складе среди декораций и реквизита они пролежат следующие 11 месяцев, как и елочные игрушки в квартирах горожан. Вообще игрушки надо протереть, потому что, ну, висят, хотя они и недолго, все равно на них остается пыль. Как-то вот некрасиво в следующем году доставать, они будут пыльные, поэтому их протираем. Вот, и аккуратненько заворачиваем в бумажку. Стеклянные игрушки на елке в квартире у Алины Филипповой – семейная реликвия. С ними связаны самые теплые воспоминания детства, ощущение праздника и волшебства, приправленное ароматами хвои и мандаринов. Мама покупала на свою стипендию. Она скапливала денежки, специально стояла в очереди в магазинах и покупала вот эти вот все игрушечки. Поэтому у нас себе к ним относится очень бережно. Каждую игрушку с елки она заворачивает в бумагу и укладывает в старую коробку. Такая, наверное, есть в каждой семье. Она уже изрядно потерта, но менять на новый ящик ее никто не собирается, потому что она тоже часть ритуала. Упаковав игрушки, ее бережно хранят, чтобы через год вновь достать с пыльной антресоли. А вот с елкой, конечно, если она не искусственная, лучше расстаться навсегда, пока хвоя с ее ветвей не осыпалась на пол. В этом году, так и не дождавшись помощи от мужской половины семейства, девушка решила выбросить елку сама. Очень колкая, легкая, но очень колкая. Как позже поделилась своими впечатлениями Алина, на улицу елка, кажется, совсем не хотела. Дерево то и дело цеплялось ветвями за перила в подъезде и долго не желало проходить в дверь. Так, 5 этажей мы миновали. Уже волоком Алина дотащила елку до контейнерной площадки и воткнула дерево в сугроб. Теперь она будет расти здесь. До свидания, зеленая красавица. Утром елки, которые оставили Алина и жители соседних дворов, подобрали сотрудники коммунальной службы города. Они совершают по 3-4 рейса в день. Не назову количество, но елок очень много. Можете видеть по тому, как их начали из квартир выносить. С прошлой недели, с четверга, с пятницы, мы начали организованно эти елки подбирать, грузить на наш автотранспорт и вывозить на снегохранилище, где впоследствии подконтрольно они будут уничтожены методом сжигания. Как рассказал главный инженер ЖСКХ Владимир Куренев, нести елку к контейнерной площадке не обязательно. Ее можно оставить у подъезда, воткнув в снег. Как раз так поступили многие жители города. Не надо стараться, подберем мы их силами на рабочих по вывозке сухого мусора, рабочих текущего ремонта. Мы их подбираем, грузим и вывозим. Ни в коем случае не надо ни в контейнера, ни даже отдельные ветки, ни в мусороствалы, ни в коем случае выбрасывать не надо. Этот металлический конус – каркас искусственной ели, которая стояла на площади перед театром юного зрителя. Прежде чем конструкцию поднял кран, рабочие сняли праздничную иллюминацию, гирлянды и мишуру. Судьбу этой елки следом разделили и остальные. Ну, это тот самый, это елки есть, да, которые сняли. Сейчас бесформенная мишура мало напоминает символ Нового года. Ее сняли с конструкции в 18-м микрорайоне и уже успели промыть. Сначала сушку, потом в коробку упаковываем, потом хранение. Чтобы упаковать искусственную хвою одной елки, требуется более 20 коробок. Параллельно несколько рабочих распутывают елочные гирлянды. Каждую нитку лампочек предстоит аккуратно скрутить и затянуть жгутом. Сейчас распутывается и как бы клубок. Распутываем просто, чтобы уложить в ящик.
Перед этим гирлянду проверяют, все ли светодиоды исправны, чтобы в следующем году новогодняя елка тоже выглядела ярко и празднично. Ну, наряжать приятнее, как говорится, наряжать Новый год как-то на нас приятнее наряжать, но разбирать, конечно, легче. Ну и жалко, наверное, тоже. И жалко, да, лучше бы она стояла. Через несколько дней электромонтеры собираются снять и световые конструкции в форме снежинок, установленные на мачтах уличных фонарей. Но новогоднее настроение в нашем городе все же задержится. Оно останется в центральном парке. Главную ель Заречного решили пока не убирать. Нам пообещали, что во всей красе она простоит в городе минимум до конца января. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Итоги новой недели репортеры Заречного подведут в субботу, как всегда, в 19:30. До встречи. Снегом белым все замело, все, что было, было и прошло. В памяти оставим то, что не забыть, то, чему мы рады, то, с чем будем жить. Наступают Новым годом, папа, с Новым годом, мама, с Новым годом, поздравляем вас, друзья, от Москвы до вам, от Питера и Камы, счастья пожелаем мы тебе, страна. С Новым годом, папа, с Новым годом, мама, с Новым годом, поздравляем вас, друзья, от Москвы до вам, от Питера и Камы, счастья пожелаем мы тебе, страна. Будет много счастья, счастья не прошло. Вместе соберемся, вместе улыбнемся. Дед Морозу скажем, что нам хорошо. Ты смеешься, счастье в глазах, и снежинки тают на твоих губах.